В Твери открыта большая часть объектов, благоустроенных этим летом и осенью в рамках программы поддержки местных инициатив. Каждую неделю их становится все больше. Так, накануне состоялось открытие придомовой территории на улице Кирова, 5, где по инициативе жильцов установлено ограждение и автоматические ворота. Для жителей этого дома окончание работ по установке ограждений и автоматических ворот – большое событие. Планировали давно, и вот удалось реализовать. Объект Кирова, 5, выбран был тоже не случайно. Жители устали от постоянно того, что к ним на территорию заезжают посторонние транспортные средства. Даже вот мы видим, установлен знак движения грузового транспорта «Запрещено». По результатам проведения конкурса данный объект победил. И вот сейчас мы видим данную территорию. Председатель ТСЖ Ирина Петрова рассказывает главе Пролетарского района, что идею установки ограждений и автоматических ворот поддержали без исключения все местные жители. Для машин экстренных служб предусмотрены механические ворота. Кстати, впустить на территорию двора пожарных или скорую помощь жильцы могут и не выходя из квартиры. У каждого теперь есть вот такой электронный ключ. Подъезжает автомобиль, спокойно открываются ворота, также спокойно закрываются. Для пешеходов у нас есть калитка с домофоном отдельная. С той стороны люди набирают, с этой стороны просто открывают. Открытие объектов ППМИ в городе продолжается. На следующей неделе праздники дворов запланированы как минимум на 4 придомовых территориях, где в этом году реализованы проекты местных жителей.